По статистике, как ни странно, самым безопасным видом транспорта является воздушный. На втором месте по безопасности – транспорт железнодорожный. Тем не менее, ситуации в жизни случаются разные, и готовыми лучше быть практически ко всему, особенно людям, от которых зависит жизнь других. Сегодня в Борках железнодорожники совместно с городскими службами проводили учения. Был имитирован сход с рельс пассажирского поезда. МЧС, пожарные, полиция, медики – все, кто должны быть задействованы в этом случае, устраняли последствия аварии и спасали людей. Такие учения – это хорошая возможность отрепетировать все действия в условиях чрезвычайной ситуации и проверить, насколько слаженно могут работать люди, насколько подготовлены техника, происходящее максимально приближено к действительности. Учения прошли удачно, поезд возвращен на рельсы, люди спасены, последствия ликвидированы. А вот действительность такова, что сегодня же в Подмосковье произошла авария практически по сценарию. Столкнулись пассажирские и грузовой поезда. Пострадали 15 человек, четверо погибли.